Познакомиться поближе, открыть для себя много нового и интересного о бензо- и электроинструменте немецкой компании «Штиль» и австрийской «Викинг» поможет каждому жителю Артемовского района торговый центр «Восьмерка», где представлен спектр этого уникального оборудования. Являясь официальным дилером компании «Штиль» и тесно сотрудничая со специалистами сервисного центра, торговый центр «Восьмерка» ответит на все вопросы, касающиеся оборудования данных марок. Вот фильтр, он нравится с обратной стороны. Это уже подача к карбюратору. Поэтому, если вы с этой стороны увидите чистый, кристально чистый фильтр, и у вас нету тяги, это ничего не значит. Мы представляем вообще продукцию в городе Артемовском, чтобы люди посмотрели, могли попользоваться, попробовать, почувствовать, подержать в руках, пожужжать и оценить вообще качество марки «Штиль» и «Викинг». Компания предоставляет большой спектр разного инструмента, то есть, ну, грубо говоря, все, что надо человеку: распилить, покосить, уход за садом, за дачей, за участком, в профессиональной сфере, как дорожное строительство, так, уход за парками, какими-то зелеными насаждениями. Данный электробензоинструмент, он очень удобен, с ним справится любой человек. Никакого опыта для этого не надо. Все достаточно всего лишь элементарно прочитать инструкцию. Если вы до сих пор мечтали о таких уникальных, высококачественных и безопасных вещах, как настоящая газонокосилка, высоторез, садовый измельчитель, электро- или бензопила и многом другом, что помогает сделать любую работу по строительству или наведению порядка и чистоты приятной, высокопроизводительной, а самое главное – безопасной, то вам непременно нужно побывать в торговом центре «Восьмерка» в городе Артемовске по улице Ленина, 4, который является официальным дилером компании «Штиль».